Здравствуйте, ребята. С вами я, Александр Адяев. Как всегда, веду с вами репортаж солнечного Крыма. Наконец-то, после долгих затяжных ливней, наладилась погода. Сегодня суббота вечер, 19 июня. Первый день после дождя. Мы выбрались на прогулку посмотреть на пляж. Мы решили сегодня пройтись на пляж Толстяк, на мой любимый галечный пляж, который расположен в Севастополе на северной стороне. Я надеюсь, что этот пляж пострадал менее, чем пострадал пляж Учкуевка, хотя Севастополь менее пострадал во время дождя, а больше всего пострадала Анапа, Ялта, Краснодарский край, Керчь, но Севастополь. Миновала эта непогода. Надеюсь, в дальнейшем этого всего не повторится. Очень соболезную тем, кто пострадал и потерял имущество в этой непогоде. Ну, надеемся, на будущее все будет хорошо. Нас будут радовать одни солнечные дни. Судя по тому, что до пляжа еще идти метров 100-150 по горке, не спускаться, а уже слышно, как шумят отдыхающие. Людей на пляже, наверное, уже достаточно. Сейчас я посмотрю и покажу вам, как это выглядит и сколько людей там отдыхает. Вот так вот, ребята, где-то полторы минуты мы спустились оттуда с горы. И как мы могли видеть, что людей уже отдыхающих достаточно-таки много. Это уже многие собираются домой, так как сейчас 6 часов вечера. Ну а вот вы можете видеть, сколько людей еще здесь на пляже отдыхает. И я скажу еще раз, что это первый день, первый солнечный день после такой сильной непогоды, которая застала весь Крым. Люди наконец-то вышли на долгожданный отдых на пляж и на море, поотдыхать, позагорать, покупаться. Спиной последствия глиняных обрушений, которые периодически приходят на пляже Толстяке. Ну, это сверху расположена недвижимость,
и она постепенно, как печально это не было, съезжает ближе к морю, поэтому сама недвижимость здесь. Если вам предлагают поближе к морю, вот вы можете рассмотреть этот вариант. Это отдельное видео, я вам запишу и расскажу, прогуливаться когда буду по этому месту, что из себя представляет. Покажу поближе, там довольно-таки опасно ходить, и находиться там опасно. Ну да, есть вот такое место, не совсем безопасно здесь на пляже Толстяк. Это единственное, которое постоянно страдает при каждых дождях и паводках. А все остальное здесь пляж отличный. Отличный для отдыха, для любителей покупаться, позагорать на пляже. Что вот так вот. Вот такой вот он, ребята, пляж Толстяк в Севастополе на северной стороне. И, как мы видим, отдыхающих здесь довольно-таки большое множество, много отдыхающих. Пляж никак не пострадал из-за непогоды. Пляж отличный, пляж галечный. Это оценят только любители гальки. С детьми здесь отдыхать довольно-таки не совсем комфортно. Дети любят песочек. Ну и лично я люблю гальку, люблю галечные пляжи здесь. Прекрасно понырять с маской, прекрасно позагорать. Пляж всегда чистая видимость, прозрачная водичка. И он не пострадал, а это самое главное. Это самое главное для того, что случилось за эту неделю из-за сильных ливней. Так что вот так, ребята, я показал вам пляж Толстяк в Крыму, на северной стороне Севастополя. Кому понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, пожалуйста.